Ужо за кулісамі адчувалася хваляванне юных выканаўцаў, якія рыхтаваліся да выхаду на сцэну. Я когда за кулисами стою, я немножко волнуюсь, но когда включается музыка, я вся погружаюсь в эту музыку и пою. Прадстаўніца Беларусі, 14-гадовая Ангеліна Ламака, адну з конкурсных песень сачыніла сама. Вопытам выступлення на сцэне славянскага базара з ёй падзялілася пераможца мінулага года, а цяпер вядучая конкурса Ксенія Галецкая. Просто чувствую себя уверенно, тем более это Витебск, это Беларусь, это наша родина. И главное – получать удовольствие от сцены, главное – получать удовольствие от этого фестиваля, детского конкурса, то, что ты представляешь Беларусь. Я считаю, это почетно и желаю ей удачи. Уже сёння профессийная журы абярэ лаўрэатаў з прадстаўнікоў 17 краін. Перажываюць за вынікі конкурса не толькі юныя артысты, але і сам старшыня журы. Я переживаю всегда в хорошем, в смысле этого слова, в добром, понимаете? Им, наоборот, говорю, не переживайте, не унывайте. Узнагароджанне пераможцаў адбудзецца падчас гала-канцэрта, які глядзіце о 14-й гадзіне ў прамым эфіры «Беларусь-3».